Всем привет! Вы на канале Семья Лайф. И у нас сегодня праздник. Почему? Потому что выходной, общий выходной. И у Максима, и у меня, и мальчишки на каникулах. Вообще круто. И мы сейчас едем в район КЗО. Там праздник, посвященный... День казака, день единого основания. Не основание, а как-то там реабилитации, что ли, или как-то, в общем, казачеству, посвящено казачеству, не знаю я. Вот. И там, говорят, будет интересные развлечения, будут бесплатно катать на лошадях, будет устроена полевая кухня, потом концерт будет. Короче, мы едем. Мастер-класс по казачьему оружию, там что-то будет. Ну, в общем, много-много. Мы едем есть кашу, в общем. Едем есть кашу, завтракать. Сейчас рано, Максим еле-еле встал, Кирилл уже там. Он раньше пошел, ему с классом нужно там было отметиться. У них, ну, торжественная часть к 9 часам была, это вот именно для школ. А вот сейчас с 10 часов уже для всех. Вот, мы поехали. Помидоры в банку набивал. Да, там, говорят, очень много людей. Я в 9 часов приезжала, уже половина большой, огромной парковки была занята. Сейчас посмотрим, получится ли нам заехать и припарковаться. Да, ты не видела? Нет. Господа казаки, юные казачата и гости районного православного казачьего фестиваля «Казак лишь с верою казак». Дорогие братья казаки, дорогие братья и сестры. Верно! Ответственному маршу! Добра! О! Назад кубанское казачество получило право на свою новую историю. Мы все собрались всей семьей, нашлись, а то каждый был по разным там местам. Танька на площадке, Кирилл там с ребятами со своими. Вот. В общем, все собрались, и сейчас идем покушать на полевую кухню. Казаки на Кубани. Здесь организовали полевую кухню. Кирилл уже там кушал, говорит, очень вкусная каша. В общем, сейчас посмотрим. Ребята встают на смену старшей гвардии боевой. Вот песня «Ой, кубанцы, молодцы!» Нет, вот тебе дают, сейчас возьмешь. Дань, бери! Ух ты! Здорово! Все, сели кушать под таким вот навесом. Здесь организована столовая. Прям так неплохо дают гречку с мяском. Ну-ка, пробуй, Даня, вкусно? Ну как? Вкусно? Максут, ну как? Вкусно? Все кушают.
А еще дают чаек сладкий и печеньку. Хороший завтрак. А? Завтрак хороший. Да, только горячий. Так, ну все, мы собрались уже. Поедем. Ай, Кирилл наступил на ногу мне. Тут вот, кстати, тут рядом строится коттеджный такой поселок. Очень маленькие домики, на самом деле это крошечный домик. Кажется, что большой, на самом деле маленький. И участков вот. Вот домик. То есть участков нету практически. Так, а у нас дальше продолжение будет. Мы сейчас хотим поехать на речку. Сейчас только по работе немного смотаемся и поедем отдыхать на речку. Выходной выходным, а работать все равно надо. Поэтому мы сейчас с Максимом собрались. И вот это да, американские горки. Слушай, ты прям так сделал. Вот, собрались и поедем на Wildberries. У нас там вон коробочка с заказом. С заказами. Отвезем заказы. И потом там мальчишки уже собираются, переодеваются. И поедем на речку отдыхать. Ура! Купаться. Купаться. Все, отправила. Вот он наш товар. Отправила. Теперь поехали. Вот они, помидоры. Заехали на, тут как, выращивают теплицы с помидорами. Помидоры, огурцы. А такие лысые стоят. Ну, видишь, их обрывают. Хотим купить. Вот, взяли помидорок домашних. Правда, они такие зеленые. Они их продают зелеными, оказывается. И дозревают в магазинах. Ну, оптовикам. Вот это вот я не пойму, что это такое вообще. Не знаю. Вот, и огурцов взяли. Огурцы такие нормальные, домашние. Короче, мы их, конечно, не пробовали. Но это самое... В общем, взяли. А еще до этого мы заезжали там при... Ну, как это сказать? Во Львовке. Просто при... от ворот торгуют. Да, люди. Мы картошки взяли молодой, хорошей. Картошка по... Почем она, Максим, была? 50 и 70. 50 рублей. Молодая, маленькая такая, совсем крошечная. Мы ее берем колбасик на масле сливочном, жарим. Вот. И 70 рублей крупная, хорошая картошка. Картошка молодая, хорошая, местная, ребята, местная картошка. А помидоры почем были, Максим? Вот это? Да. А, что, 50, по-моему, тоже или что-то. Забыл цену, да? Да. Ну, в общем, хорошо, взяли, выгодно. И оно все домашнее, местное, классное, свеженькое. Вот. Спокойная ванна. Вообще. Там водопады. А здесь ванна. Вода теплая-теплая. Прям как в ванне такая вот хорошая. Как парное молоко. Даже больше, чем парное молоко. Прям теплая-теплая. Практически не различается с температурой воздуха.
даже, наверное, теплее, чем воздух, я уж не знаю, в тени имеется в виду. Что пускаешь, и ты чувствуешь, что она теплая, а не прохладная. Вон у меня ноги уже красные, жарко. И она не охлаждает практически. Мальчишки там балуются. Так, мы уже дома. Даня пошел гулять. Так, а мне... Максим там отдыхает. Кирюха отдыхает, да. Мы тут перекусили уже немножечко. Так, Кирюха плавки повесил не туда, куда надо. Опа. Вот. А мне нужно пойти полить, значит, цветочки всякие мои. Огурчики. Опа. Откуда это? Это что такое? Почему здесь носок валяется? Кто взял носок? И откуда, главное? М? Ты откуда носок взял? Пойду потом уберу. Вот. Они у меня подрастают, огурчики. Помидорчики тоже. Ну, в общем, там у меня красота. Время, конечно, уже поздновато. Ой! Уже скоро начнет темнеть. Максим пока отдыхает. Я уже сделала там салатик на вечер. Нужно будет мяско пожарить еще. И будем ужинать на улице. Так, все надо полить. Срочно, срочно. Срочно, срочно. О, огурчики прям. Смотрите. Их отсюда, мне кажется, видно уже. Листик, правда, нижний пожелтел. Надо срочно поливать. Видите, везде огурчики. Прелесть. Прелесть, прелесть. Красота. Да, конечно, большой провал у меня с цветной капустой. Великий-великий провал. Буду знать, надо будет изучить информацию про цветную капусту. Смотрите, за сегодня уже абрикос желтеть начала. Начал. Смотрите, он начал желтеть. Обалдеть, вчера зеленый стоял. Вот это да. И черешня, смотрите, уже там краснеет. Это поздняя черешня. Обалдеть. Представляете, за один день. Это да. Так, ладно, времени не так уж много. О, ура! У меня петрушка проросла, я переживала, наконец-то. Я ее поздно посеяла, и вот она мне наконец-то проросла. Ура, ура. Особенно вот здесь, вот в этом рядочке, прям так много. Видите, сколько? Много, 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 много. Там поменьше. Ура. Ну, здесь у меня укропчик. Его здесь очень-очень много. Так рясно-рясно, видите, целыми пучками. В общем, хорошо, будет и петрушка, и укропчик еще. Так, пошла я поливать огурцы с помидорами.